У бессонницы свое расписание. Если вы заметили, что все чаще стали просыпаться по ночам или под утро, и в одно и то же время, это серьезный сигнал от организма, который просит помощи. Дело в том, что мы живем по собственным биологическим часам. И это расписание установлено природой. Каждый промежуток времени включается активные фазы каких-то органов, соответственно, и пассивные стадии других. Потому и говорят, что ночью обязательно нужно спать. Ведь если регулярно ложиться слишком поздно, в организме наступит сбой. Или какой-то орган начнет работать хуже. Давайте проведем самодиагностику. В китайской медицине есть своеобразные биологические часы вашего организма, которые помогут определить проблемы, либо какие эмоции будут у вас посреди ночи. Вам сложно заснуть в период с 21 до 23. В это время проявляются активность, кровеносные сосуды. Если вам сложно заснуть в это время, то у вас могут быть проблемы с иммунитетом, надпочечниками и щитовидной железой. Психологическими факторами, осложняющими сон в это время, являются стресс, разлад в мыслях и зацикленность на собственной персоне. Вы просыпаетесь с 23 до часу. В это время активен желчный пузырь. Этот орган отвечает за переработку жиров, которые вы потребили в течение дня. Если вы просыпаетесь в это время, то нужно включить в рацион больше правильных полезных жиров. Если вы за что-то осуждаете себя или других, то у вас также могут быть проблемы со сном в этом промежутке. Вы просыпаетесь с часу до 3 часов ночи. Время активности печени. Если сон нарушается в этом промежутке, то вы даете слишком большую нагрузку на этот важный орган. Пришла пора понизить потребление алкоголя и пересмотреть рацион питания, чтобы избежать проблем. Злоба, гнев и чувство вины также мешают спать в это время. Вы просыпаетесь с 3 до 5 утра. В это время легкие накапливают кислород, чтобы передать его остальному организму. В эти же часы люди ощущают грусть, печаль, горе. Если вы просыпаетесь, то налицо яркий признак депрессии. Чтобы поправить ситуацию, нужно перейти на здоровое питание и побольше дышать чистым воздухом. Вы просыпаетесь с 5 до 7. Активируется толстый кишечник, поэтому нет ничего необычного в том, что вы проснулись. Ведь именно в это время у вас могут быть позывы сходить в туалет. Чтобы убрать проблему, пейте побольше воды. Эмоционально же вам мешает безвыходная ситуация, в которой вы находитесь, либо нетерпеливое ожидание продвижения в жизни. Относитесь внимательно к своему организму, который просит помощи. Понравилось видео? Ставь лайк, пиши комментарий. До новых встреч, друзья!